Музей-квартира Александра Солженицына на Тверской представляет фотодокументальную выставку «Товарищ капитан. Фронтовой путь Александра Солженицына. 1941-1945». Подлинные предметы из арсенала звуковой разведки военного времени рассказывают о боевой работе комбата Солженицына и его однополчан. Военная дорога писателя началась в 1941 году, пролегла через северо-западный, Брянский, первый и второй белорусские фронты, завершилась на марше в направлении Берлина. И за 3 месяца до победы внезапный арест боевого офицера за критику Сталина. Вместо победного торжества несправедливый приговор. 8 лет тюрем и лагерей, а затем ссылка навечно. В 1956 году отмена ссылки. В 1957 полная реабилитация за отсутствием состава преступления. Обо всем этом рассказывает фотодокументальная выставка.